125 граммов ржаного хлеба. Суточная норма для ленинградцев – блокаду. Акция «Блокадный хлеб», приуроченная к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошла в минувшую субботу по всей стране. Сыктывкар не остался в стороне. Волонтеры «Победы» раздавали хлеб, те самые 125 граммов. 125 грамм хлеба – это суточная норма, которая выдавалась на одного человека. И это очень важно, потому что люди знают, что 125 грамм, но они никогда этого не видели. И вот эта акция хороша тем, то, что визуально человек может представить, что 125 грамм – это такая мелочь. И зная то, что хлеб раньше делался из всего, чего попало, и ржаного хлеба, ржаной муки было совсем мало. Это, конечно, тяжело многим людям воспринимается, но память остается. С дневниками блокадников Лены Мухиной, Тани Савичевой, Ольги Бергольц, жители столицы Коми, познакомили учащиеся городского дворца творчества. Меня очень трогает, как люди переживали все события блокады, то есть несмотря на то, что был чудовищный голод, несмотря на то, что было очень холодно, не было ни воды, ни света, люди все равно не отчаивались, не унывали, они продолжали жить, они продолжали верить в спасение, в чудо, ходили в театры, даже был чемпионат по футболу. То есть и Ольга Бергольц, она была ведущей на радио, поддерживала горожан всячески стихами, просто подбадривающими фразами. К юбилейной годовщине дня снятия блокады Ленинграда Национальный музей Коми подготовил виртуальную выставку «Ленинградская наша победа». Сотрудники архива рассказали не только о самой блокаде, но и о том, какую роль в освобождении города сыграла наша республика. Подборка получилась уникальная. Приказы, телеграммы и вырезки из газет. Мы в своей выставке больше использовали документы из газет республиканских. И по этим сообщениям, которые выложены на выставку, можно проследить весь ход полного снятия блокады вплоть до полного освобождения. На наш взгляд, очень важно при ознакомлении с выставкой создать соответствующий психологический настрой. Поэтому для того, чтобы люди сильнее прониклись духом блокады, духом людей, переживших эту страшную трагедию, мы на выставке также использовали, на наш взгляд, наиболее яркие поэтические произведения ленинградцев, посвященные блокаде, посвященные победе под Ленинградом. Блокада Ленинграда стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. По разным подсчетам, она унесла от 600 тысяч до полутора миллиона жизней. Большинство умерли от голода и холода.